Первый раз я услышала Эрика, когда он пришел в консерваторию поступать, приехав из Казахстана. Пришел вот этот мальчик с оригинальной внешностью и запел. И я была совершенно поражена. Поражена красотой его голоса, его сосредоточенностью, серьезностью, его проникновенностью и тем, что по-настоящему я услышала впервые такой тип голоса. У него не контртенор, у него контр-альт. У него самое настоящее женское меццо-сопрано. И это было такой красоты и такой мощи, глубины, что я была совершенно уверена, что, конечно, он попадет в консерваторию, будет украшать вокальный факультет. На экзаменах я не присутствовала, я уехала. Возвращаюсь, узнаю, что Эрика не приняли. Когда я спросила нашего декана, как же вы могли не принять Курмангалиева? Он говорит, ну знаете, Нина Львовна, это такой голос, я не знаю, что с ним надо делать, как с ним надо работать. Ну, теперь, говорит, он поступил в институт Гнесиных, нам меньше хлопот. Когда уже он стал выступать в концертах, я специально несколько раз ходила, мне интересно было его слушать.
Он приходил несколько раз ко мне в класс. И я ему как-то сказала: «Эрик, у вас что-то не в порядке». Ну, в пении основа – это опора дыхания. И когда я его так вот взяла, я вижу, ничего, понятия не имеет о дыхании вообще. Поет, как птица небесная, своим голосом, а так как долго без опоры дыхания пропеть невозможно, естественно, голос стал уже не той красоты, какой он был. Потом он как-то мне сказал: «Я хочу к вам в аспирантуру». Говорю: «Приходите». И вот мы начали заниматься. Он занимался очень хорошо, очень внимательно. Думаю, что как-то мы подошли друг к другу, и он стал находить опять свое прежнее звучание, прибавив к этому уже какое-то мастерство. У него от природы поставленный голос был тогда. Надо за ним идти.
Потом поехали мы в Голландию на конкурс международный певцов. Он произвел фурор совершенный. Все члены жюри ко мне подходили и говорили, что это такое? Потому что всегда бывает 3-4 контртенора на международных конкурсах. Но это такое жалкое впечатление. Такие они все бедненькие, такие никогда никто из них не проходил. Не только в финал, но и на второй тур скатывались с первого тура. Эрик невероятно понравился и шел с большим количеством баллов прямо до финала. А на финале одну вещь он не так удачно спел. Он шел на первую премию, но первую премию не дали никому из мужчин, и он получил вторую премию. Чем был огорчен? Невероятно! Мы не знали с пианисткой вообще, как его утешить и как ему доказать, что это, в общем, первая премия, потому что до него никто не получил. Первый никому не дали. Но там была, думаю, что она немножко испортила погоду, француженка, певица. Она была тоже членом жюри. Она сказала, меня не устраивает этот голос. Пусть он разденется, я хочу знать, мужчина это или женщина. И думаю, что она ему поставила такой балл, который не дотянул до первой премии. Когда на заключительном концерте пел, все равно он имел самый большой успех. Потому что он покоряет тембром своего голоса, мощью своего голоса. И своим проникновенным исполнением. Но он своенравный мальчик. Притом не все ему удается. Больше всего показывает и чувствует он классическую музыку, ораториальную, кантаты. Вот это ему ближе всего. Thank you.
Потом, что в нем пленяет? Это совершеннейшее дитя природы. Он так непосредственен во всех своих суждениях, высказываниях. Сценически очень одарен. Очень. И я поражена, что, например, когда он пел в Мариинском театре на пробе, театре имени Кирова теперь, в Ленинграде, оркестр ему аплодировал, подходили к нему артисты все. Он спел Ваню, он спел Ратмира, он спел Зибеля. Все мужские партии, которые поются женщинами. Но это же было бы замечательно, если бы пел вот такой стройный юноша и с таким голосом, и так, как это нужно, он поет. Так потом заведующий труппой ему сказал: вы нам очень понравились, но поймите, как же мы можем вас принять, какой же будут иметь вид нашей Примадонны рядом с вами, со своими габаритами. Ну, глупо, конечно, глупо и жалко, потому что он мог бы себя очень интересно показать в опере. Thank you.
думается, что он абсолютно верно проникает в музыку Баха. Он поет это всегда небольшим звуком. То, как поют немцы. Все-таки мы должны ориентироваться в исполнении Баха на немцев. И он, по-моему, очень проникновенно и точно попадает в исполнение баховских произведений. Вот обаяние у него редкое, конечно. И в классе у меня все его страшно любят. Ирина Кириллова, пианистка, обожает его совершенно. И он мне очень дорог. Просто дорог. Вот дорог как творческая единица. Дорог как существо чистое и... Без всяких компромиссов он человек. И если ему удастся так прожить жизнь, это дорогого стоит. Тишина.
Просыпаются, не видать врагам горя нашего, не слыхать по нам вопля русского. Вот и помощь мне, вот и ваш народ, ты скорей сюда, люди. Меня заботит его будущее. Я знаю, что если он был за границей, он бы сделал колоссальную карьеру. Но пока что, слава Богу, у него здесь все-таки хорошие перспективы. И у него много концертов, так что он поет. Но вот такую карьеру, какую бы он смог сделать, импресарию, который его услышал, сказал, что он ему сделает мировое имя. Yeah.
Это есть у нас еще вот такая косность, что все говорят, ну да на что это за голос? Это не то, не сё. Очень многие есть. И среди музыкантов есть такие. И среди педагогов-вокалистов есть такие люди. В нем немножко огорчает. Ему бы быть немножко поскромнее, мне было бы это дороже. Он доволен. Я ему даже последний раз сказала: Эрик, знаете что, давайте не будем больше говорить уникальный голос. Уникальный голос, вы с ним родились. Вам теперь нужно говорить о себе: певец. Мастер, какой я певец, а все время швырять, у меня уникальный голос, а он это швыряет, это уникальный голос, действительно уникальный. Вот сейчас ко мне приезжал из Минска типичный контртенор, студент Минской консерватории, скрипач, и вдруг у него обнаружился голос. Должна вам сказать, что у него очень приятно звучит, но наверху совсем сопрано, чистая сопрано. А Эрик – чистая меццо-сопрано. А. Сказать, что я благодарна казахскому народу за то, что он дал такого певца, как Эрик.